Приветствую всех из Одессы. Перед вами кадры вчерашних последствий ракетного удара по Одессе. Кто не в курсе, кто пропустил мое предыдущее видео, значит, вчера по Одессе был нанесен ракетный удар ракетой «Искандер» с кассетным боезарядом. Вот, осколки разлетелись на 1,5 километра. Есть видео момента удара по Одессе, я его опубликовал в своем телеграме, где видно конкретное доказательство того, что это была ракета с кассетным боезарядом. Потому что у меня там в комментариях и через, из других источников россияне пытаются оправдываться, что это, мол, не они, то есть, что это не их рук дело. Вот. Но на самом деле это был террористический удар, направленный на уничтожение мирного населения. Вот. И этому есть доказательства с камер видеонаблюдения, как разлетаются эти кассетные боеприпасы. Вот весь парк в конце видео будет видно. Я сниму асфальт, покажу вам дырки от вот этих шрапнель, которая разлеталась на километры и просто встревала в асфальт. Вот. Поэтому при использовании баллистической ракеты «Искандер» с кассетным боезарядом в радиусе 1,5 километра от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты. Следствие имеет основание считать, что решение об использовании именно такого оружия было принято офицерами Вооруженных сил Российской Федерации сознательно, чтобы убить больше мирных украинцев. Об этом говорит генеральный прокурор Украины. Ребята, вот это кусок ракеты «Искандер». Вот. Вон. На машине какие-то части лежат. Ребята, смотрите, вот это по парку юности идут такие дырки в асфальте. И тут это отлетали обломки. Соответственно, вот этот обломок может попасть куда угодно. В голову, в шею.